Все, Summer Cup 2013, Open Summer Cup, при спонсорской поддержке компании Razer, организационный момент взяла на себя компания Mail.ru, смотрим стадию полуфиналов, у нас BO3 три карты, если придется, то посмотрим, нужно выиграть две из трех, чтобы оказаться финалистом этого самого турнира, команда Magrey и команда Rulegends будут у нас биться в нелегкой бойне кровавой. Вместе с вами все это дело будут смотреть Михаил Ангосвирский и я, Крошка. Всем еще раз привет. Ну вот, как бы написали мне один раз черкарт, я видел там только Бурю и Орлин, и что-то еще видел, но забыл. Первый мы играем Бурю, ну неожиданно, как бы покоцали все, что могли, насколько я понимаю. Это из разряда King of the Hill раунд под номером 5, да, финал, то есть тоже у нас... Все самое опасное было убрано, и радиостанции, и Мехико, и порты, ничего этого не смотреть. Сразу буря, ну, неоднозначно, такая карта, когда никто не хочет играть сильные или слабые свои карты, да, и выпадает постоянно буря. Никто, я думаю, из команд не будет признавать, что это ее сильная карта. Ну, по крайней мере, я таких не знаю. Так, за атаку начинает у нас и Magrey, не было knife раунда, вот так вот по дефолту стали. По составу Хаос, Инвик, Савель, Фелани и Эвера. Ну, есть люди знакомые, да, троечка даже под тегом underrated. Остальные двое, как мне доложили, это команда Rednex. Михаил, вы здесь? Да. Так, смотрю сейчас, ребята через нижнюю слово проходят на... Довольно интересно будет, как сейчас трик это будет все дело. В чем трик, смотри, с калашом. Да, смотри, ребят читают, да, ну, слышали, наверное. Те уже стягиваются, там АБС идет в спину. Харрис дает пулю просто. По телу, правда. Ну и варят пулю. Быстрое закрытие спины, последний инвикс остается. И АБС брал сейчас дефьюзик. И все. Как тебе начало? Я то же самое хотел у тебя спросить. По мне все нормально, Харрис дал то, что дал. Варя сделал все, что нужно, и все. Нормалек. Ну типа тоже там долго стояли, потом в итоге решили пойти в пятером и убили только Харриса. Ой, ну только Трика немножко не реализовали. Даже так свой пик. Ну, по мне, так была чуйка от координатора. Ну, точнее, не то, что чуйка. Трика первого убили, видимо, он слышал много потопов. Быстро стяжка сыграла свою роль. Если бы не столь быстро, то очень сложно бы пришлось, конечно. Бомбу ставили под метро именно, но если бы долго стягивались, то можно было и сдалью постреляться, из метро кто-нибудь вышел. Трик хорош. Трик на центре, open фраг дает сразу же. Накоцали тут же еще Эвера, который пошел проходить. Это будет очень интересно смотреть за Нейстом, потом как у него будет. Ну. Нейст хорош, в спину дропает бомбу, хорош на разворот второго берет. Дабл килл. Вот два человека под медом у них. Ну. Один в один. По идее Нейст должен забирать его, должен просто жить. Ну, Инвикс-то не знает, где Нейст. А вот Нейс наоборот знает. Ну правильно сейчас делает, Инвикс просто включает режим туриста, руса туриста облика морали, гуляет по карте, тем более она большая, и можно сказать, что она уровневая. И можно здесь, конечно, и 5, и 6, и 10 раз зайти в спину. Единственное, нужно какой-то то ли случайный, то ли не случайный тайминг поймать. И сейчас идут они, кстати, друг к другу. Ну пока что положение в пользу Нейста, он наглядывается и в спину. Какой просто дистайминг, кошмар, ужас, вернулся. Нейст, конечно, ну не знаю, давно он должен был просечь, потому что человек обходит его. Но как-то он даже не думал о том, что чувак зайдет ему в спину. Ну начал неплохо, но по итогу не затащил. Карта мне вот непонятна. Ну, понятно, почему она выпала, да, никто ничего не хотел играть, хотя повеселее. Можно было бы, допустим, не черкать карты, а попикать. Просто одну вам, одну нам, а третью какую-нибудь уже черкать. Тогда... Ну, вот тебе, пожалуйста, какую-нибудь, вот тебе и начинаем с какой-нибудь. Ну, а, хорошо, Орлиный глаз, тогда третья карта, это чье? Не, ну, обычно третья карта именно, рандом тогда уже. Сейчас бы, допустим, посмотреть, ну что там у Рулегенца может зайти. Бам-бам-бам, радио. Хотя радио тоже рандомчик был бы дикий.
Ну, тимплей ну, видно, кстати. Что не зайди. Ну, не знаю. Мне самое удивительное, мне безумно нравится, как начинает атаку. Ну, как атака начинает атаку. Просто ребята в пятером заходят в квадрат и уже дальше оттуда пытаются что-то как-то делать. А, кстати, вот это первая команда, которая играет вот чисто абсолютно китайский стиль. Заметь, ни одного потопа, вся карта проходится на холдах. Вот полторы минуты просто доходят до точки. Естественно, никого не встречают, потому что играют и по слуху некоторые, по позициям, и зажались Рулегенс. То есть вот, смотри, я бы не сказал, что игра китайцы, на самом деле. Китайцы быстро перемещаются и напрягают по всем фронтам. А тут нет такого, так что это напрягают не по скажи, всем фронтам. Просто ходят слоу. Размен у нас под метро. Можно отлично, сказать, сейчас атака сделала, сейчас выбили двоих на точке А. Осколочная. Почему у тебя так микрофон вот, да, вот так вот делает? Световая. Ты его выключаешь, наверное, да? Мы заложили бомбу в точку А. Ну, вдвоем остались, Нейст, точнее уже Нейст один. Вот эта тактика холдов приносит, как бы там ни было, показывают свои лица и тела где-то под точкой Б, а на самом деле бомба заходит под А, ставится в некотором смятении находится Рулеги. Но я думаю, что финал, ой, финал, полуфинал вот этот вот будет затяжной, потому что, наверное, процентов на 90 не играли друг с другом, да и вообще, как говорил Трик, я вам спрашиваю, кто такие Макгрей, без понятия. Не знаю, ну, раз вообще не знает их, да, значит, не играли. Может быть, где-то попадались чисто на разминках на мясе. По стрельбе кто-то знаком, кого-то могут какую-то позицию опасаться. А так будут привыкать множество раундов. Может быть, первым номером начнет Рулегенс играть. Но это вот будем мы видеть уже, когда счет будет 3-3, там, 4-3. Пока все очень сильно непонятно. Вернулся? Ты так громко выключаешь микрофон, он так по ушам бьет. Не делай. Такой микрофон. Великолепная фирма. Не надо, не надо. Да. Чумелые ручки. Великолепная фирма. Великолепная фирма, чумелые ручки. Варя там в спину, типа, хотел пострелять, не попал. Так это ж сложнее всего всегда в спину убивать. 50 хп добить, это вообще нереально. В спину чуваку... Для Вари это халява. Ты не понимаешь, что такое Вари? Для нее любой фраг это просто фраг. Все. Это целевое существование в кроссфайре, фраг. Ну сейчас, если просто Фела не затащит 1 в 3... Ну я тебе про это и говорил. Получалось примерно так. Вы стоите охраняете бомбу, а я пошел. Не, ну Трик сегодня говорил, что... Варя же такой своеобразный человек, если ему что-то не нравится, он на крик берет, поэтому Трик, так как координатор, сначала боролся, потом сказал, я его просто отпустил. Бегай ты как хочешь, но у тебя в попу обезьянки. 4 команды и один соло, импровизатор. Ну, если смотри, вот даже сейчас мы по табу посмотрим. Вот сейчас мне нравится то, что делают рулы, да, они поджимают, смотри, выбили. Потому что я видел по пракам, они поджимали все и всегда. Если они привыкли к этому, пускай поджимают, если это им идет на пользу, да. Единственное, что приноровиться к этому и Макгрей или не приноровиться. Пока что вот первый такой серьезный раунд в поджим играется. А к этому минус. Не... Миш, к этому банально нельзя приноровиться к поджиму, потому что. Ну, знаешь как. Тут у Трика такое мнение, то что я вот с ним соглашусь, то что поджимать надо все и. Ну, почти на всех картах и почти каждую точку раз. Ты же представляешь, у тебя выходов много, да, и ты банально не знаешь, с какой стороны в этом раунде тебя подожмут. И подожмут ли тебя вообще. Но ты уже на автомате этого ждешь и начинаешь нервничать. Ну, если просто стать спина к спине, попарная, один на откидке флешек, хаешек и... Ну, не знаю, ну да, это, естественно, напрягает, ну, это очень нервно. Если вон, там ямка есть. Если сверху смотреть. Если встать в той ямке, то можно не бояться, наверное, аркады и поджимов всяких. Только если. Ну и то Реавольд, выходя на длину, может по головам, а три коварпа возьмет, разложить. Ну пока примеряется эти. Пока хаос, мне нравится то, что хаос сейчас делает, да? Еще в меде он там убил Варю, убил кого-то там еще убил. АБСика. Выходит сейчас на трика. Ну, ой-ой-ой. Не судьба. Не судьба больше, но минус 2 тут тоже неплохо. Питай, его команду раскидали. Там 0-2 минуса съел, молодец. 2 по головам. Ну вот как вот. Думаешь, что по картам будет счет какой? Да, думаю, 2-0, по идее.
Дай угадаю, даже в пользу Рульянс, да? Ну, думаю, да. Ну, потому что я не... на данной карте я просто не вижу, за счет чего ребята могут взять. За счет того, что вот они сидят в углу на респе или в квадрате. Ну, давай скажем так. За исключением трика, допустим, Реавольта, стрельба команды, наверное. И Мага Рэй будет посильнее, и тимплей. Играют они все-таки дольше, насколько я понимаю. Хотя бы underrated, ну, тройка. Но... Может быть, может быть. Ну, ты понимаешь, перестрелять Реавольта и трика, это надо прыгнуть для этих ребят очень высоко. Не каждый, не в каждом раунде будет такое получаться. Ну, вот смотрю, Хара стабильно дает там по одному минусу. Ну, все равно в размен дает, все равно в минусовой ситуации остается. Нейз, да, тоже нормально, хорошо стреляет, сколько я его помню. Трик с Алапой, вот куда пойти? Под кого? Хотя оба ближе к Б, и понимает сейчас это и Макгрей. Да, и поверху А просто проходит, не оглядывается. Кто тут? Не оглядывается Нейз, да не успевает. Закидывают, закидывают. Ну вот, вот как бы такой решающий раунд. Если сейчас, конечно, Имагрей не возьмут 3 в 2 точку А, то это будет полный фейл, и тогда я, наверное, с тобой соглашусь, что это 2-0 по картам. Хотя тут рассудили все очень верно. Видна рука координатора. В каком-то раунде он, видимо, устает и молчит, имея я в виду Имагрей. Когда координирует, то все хорошо. Ну, я думаю, теперь просто ждем Нейста, да, ждем затаскивания или... Хороший раунд. Пошел, если не будут соваться, то минус он. Сейчас спину его растерзают. Ну да. Даже в лицо. Даже не сумел сделать ни одного минуса. 3-3. Равная борьба, но пока я не вижу, даже я скажу больше, ни со стороны одних, ни со стороны других, ничего сверхординарного. А я бы не сказал, что равная борьба. Дефенсная карта. Здесь надо брать где-то 7-3, вот так вот. Уже 3 своих раунда выбрали Рулегинс. Мне кажется. По последнему, допустим, тому же самому царю горы. Дефенсная карта, я всегда считал, что это атакная карта. Бегаешь на точку Б и занимаешь ее, и все. Ну, они бегают. Потом один раз сбегал в А и еще один раз. Слушай, ну этого все ждут на точке Б, там чуть ли не втроем всегда стоят. Поэтому я и говорю, что на дефенсная карта уже точка Б катит только, ну я не знаю. Надо показывать сначала, что это точка Б, тогда уже потом заходить. Тут же сколько проходов? Тут Б, центр, там на сверху, на низом. Тут вариантов-то побольше. Тем не менее, в последнее время как-то вот так. В последнее время я просто не играю в Crossfire. Не люблю я буду. Прямо уж скажу, не очень она. Посмотри, Филани валит Варио. Поэтому головошотик. Но опять-таки, все ключевые позиции заняты под точкой Б. Можно уже не бояться, наверное, что это будет А, тем более проконтролят сейчас. Вот Харрис что делает? Он в окно смотрит мидл, чтобы никто в метро не проходил и под собой слушает шаги, если их нет. Но все равно Харрис отходит на А. То, о чем я тебе говорю, видишь, в троих укреплена точка Б. Как бы больше ничего не надо. Все равно в итоге, что ты не делай, как ты не крути, тебе бомбу ставить надо за атаку. Никто на тебя особо-то выходить тут и не имеет никакого желания. Тем более, что она сброшена на респе в атаке. На это еще некое количество времени надо потратить. Такая команда Рулигенс. Стерзают поджим, потом нет поджима, потом стоят дефолт. Отлично еще фраг от Филани. АБС встречает одного, но этого мало. А Эвера спину пропускает, Трика. О, Трик делает минус. Трику надо ждать, обязательно надо ждать Хароста. Мы заложили бомбу в точку Б. Что это за звуки? Я на всяк... Так, ладно, сейчас. Миссия выполнена. Победил Blacklist. Ну, раунд остается все-таки. Что были за звуки такие, я не понял. Без понятия. Вот это пс-пс. И откуда они вообще могли быть? Я тоже не понял. Ты думал, может быть, это ты? Нет, это был не я. Смотри, опять Эвер делает просто замечательные два минуса на А. Просто Трик с Харрестом отлетают, как
Я тебе говорю, эта команда может играть, потому что это трое из Underrated. Вот эту фишку на Варе просекли, то что Варя-то пойдет в спину, и вот там в два рыльца-то приняли. И смотри, как получается, один на Б, один на А, и сейчас будет просто анальный разрыв. Сейчас АБС убьют в спину. О, и Нейст. А Нейст вообще в полупозиции стоит тут, ребята. Ну, замечательный, замечательный раунд просто. Как команда еще раз называется? Хочу Мага запомнить. И Мага Рэй. Ну это просто раунд гоп-стоп. Ну, я же тебе говорю, трое андеррейт, двое, дай бог памяти. Реднекс. Но это ничто не говорит, там просто, может быть, команда собралась... Не, ну, как бы андеррейт... За полгода, после... может быть, они собрались за две недели. Ну, не за полгода и не за две недели, скажем так, что-то между. Ну, кто-то у них есть. Ну сразу же, смотри, сразу же просто получилось так, то что получили ребята просто по щам. Ну я говорю, миксует Рулигенс постоянно активный раунд с пассивными. От этого да. И пляшет. Единственный минус, который я заметил у... Вот сейчас посмотрю, будет он еще раз. Кстати, нет, прошлый раунд такой, раунд гоп-стоп. Да. Просто реально вышли, опа, семки есть, что закурить. Разложили всех. Смотрю, меня просто убивает безумно каждый раунд, да? То, что, ну, почти каждый раунд. Вот первый. Была бомба скинута в квадрате. Бомба скидывается прям у арки на респе. Ну, что за глупость? Не могу тебе сказать. Может быть, как-то метят территорию. Знаешь, как раньше прострелы метили бомбой? Пиликующие, чтобы видеть, как куда стрелять, чтобы прострелить. Вот так же, наверное, и ребята что-то метят. Да, чтобы не забыть, где респ. Как плохие коты пометили тапки. Свою территорию. Ну, все медленнее и медленнее. Ну, кстати, смотри, да, быстрый раунд сыграли, гоп-стоп такой, от Рулигенс уже опасаются, Магары уже медленнее стали играть. А вот я бы, на самом деле, не знаю, посоветовал бы... Ребятам из РУ, если им делать это в процессе, то медленно, а то взорваться в процессе раунда. Ну это так надо сыграться, я не знаю, года два играть, года три играть, чтобы понимать. У китайцев постоянно перестановки, им это не мешает. Извините. Стремиться надо к лучшему, Миш. Вот смотри, у ребят из... Ага, я опять забываю. Короче, Эмагрей, очень сложное для меня название. Вот у них получается, в принципе, играть как китайцы, вот этот холд, ловить там. Я тебе вначале об этом и говорю. Что-то. Но все настолько нелогично. Действия нелогичны. Так. По ходу раунда, терзай. Если нет поджима для Магарей, в принципе, как рыбы в воде они себя чувствуют абсолютно. По стрельбе, потому что, в принципе, одинаково. Что те, что те. Хотя даже я бы, наверное, отдал предпочтение здесь команде именно Магарей. Жестокий Инвикс, человек-зажим, который был на лиге, да, Эвера вообще красавчик стреляет. Ну, а по остальным, наверное, так серьезно ничего сказать не могу. Смотрите просто на счет. 5 раундов в атаке брать у Рулигенс. Несмотря на то, что это буря в пустыне, но тем не менее. В последнем Царе Горы, еще раз повторюсь, там монохромы играли. Тоже там бешеная стрельба у них, да, допустим, была, но все равно как бы играл дефенс у нас. А здесь думка видна. Как? Ждал, что ты меня позовешь, кстати, на стрим. Как тебе момент, когда вот... Чувак в игре с Еремией, там четвертьфинал, реализовал нож. Мне это вообще очень понравилось. Это чаще он бы. Решил, знаешь, он не опаскудил Харька, да, там. Мне понравилось, Харька просто, знаешь, ладно, когда тебя догоняют и ножом в спину, Харек видел, откуда его резали, в углу просто, надо было включить еще звуки такие. Нет, а там реально, там, понимаешь, пацан выстрелил все патроны с калаша, все патроны с дегла, знаешь, и вот такие моменты, когда там реально у него лишь один шанс просто рубануть ножом, и он его реализует, это
действительно круто. Это как имба Уоллер Дрейса посадил на хаешку или кого-то там? Своего же? Да, да, да. Я просто не все. Это был ретейк точки А, он просто через мост, по-моему, бежал, хаешку накинул на точку А по инфе. Там, Догла, по-моему, да. И там стояли свои недобитые. Вообще было шикарно просто. Бей своих, чтобы чужие боялись. И дай хае, я ловлю. Ну, смотри, падают ребята, там Харрис делает минус, Варя пришел. Нет, Варя где-то там кусочек миска себе нашел. Миска не в плане оскорбления для ребят, имею в виду в качестве жертвы. Три безответных отдает команда Имагаре. Счет был 5-3, насколько я помню, уже 6-5. Ну, не скажем, что это плохо, посмотрим, как они дефенс будут отыгрывать. Не знаю, по-моему, вот пока не хватает и сыгранности, и не хватает стрельбы рулом, да, чтобы вывозить постоянно. Просто смотри, они с каждой командой, они тяжело раскачивались. По-моему, им карты не хватает. Дня. Вот не эта карта. Стрельбы им все тут абсолютно хватает. Посмотри, как бы на тап у них только АБС играет один, единственный. В минус, и то всего лишь в минус 2. Остальные в хорошеньком таком плюсе. Ну, трик вообще 2-1 взял и сыграл. Как бы все, мне кажется, хорошо. Ну, тем временем, 7-5 первая половина, да, долго раскачивались. Истинно русская команда, Рулигенс, на то они и ру. Но все-таки первая половина, и вот все же это дефенс, и они его берут. Напоминаю, что смотрим мы с вами, а команды играют. Razer Summer Open Cup 2013, спонсор этого всего мероприятия компания, производитель игровых девайсов, компания Razer, на ее призы играется этот турнир. У нас Имага Рей, ну, нежданчиком, наверное, все-таки в полуфинале. BO3 мы смотрим против команды Рулигенс. У нас первая карта, и карта были в пустыне. Пока первая половина 7-5 в пользу Рулигенс. Ну, вот не знаю, то ли карта такая грустная, затяжная. Хочется уже в полуфинале, чтобы хотя бы через раунд, через два были вот эти шикарные минус 3, минус 4 заходы, фасты, но здесь на результат все-таки Магаре играет. Мне кажется, сейчас мы за атаку это увидим. Ой, не скажи. Судя по тому, как играла вот сегодня Рулигенс Кару, там... Как она играла? Как? Выцепили одного, перебежали на другую точку, выцепили другого, перебежали на центр, выцепили третьего, и когда уже остаются вдвоем, там два... 3 или 2 в 4, тогда заходится точка. Ну, там же минус 4 не сделаешь при двух оставшихся в живых. Поэтому, как бы, опять-таки, таких серьезных дабл-трипл киллов не было. Что-то все так. Ну, результатик. Все примиряются друг к другу. Скоро новый учебный сезон, новый игровой сезон. И лиги у нас, и все тому подобное. Пока все не на шоу работают. Чисто отрабатывают свои какие-то моменты уже. Стрельба, игровые. Play. Отличный так. Вопрос от Инвикса. Г? Да. Г? Ну, АБС не нужен. Как бы норм. Так, надо личку заблокировать, тогда стали писать своими приветами. Ребята, приветы после игр. А, нырну-ка я в чат, что у нас там происходит. Ладно, всем привет от каких-то осликов. Я не знаю, кто это. Ты знаешь, Миш, кто такие ослики? А давай не будем передавать приветы, ну их. Да. Не, поехали, там началась игра. Радио у нас. Ладно, надо пережить просто этот полуфинал. Не знаю, но, по-моему, финал будет очень даже забавный. Если получится борьба, то будет совсем хорошо. Последний финал, который был просто офигительный на моей памяти, кстати, Open Cup финал это и был, когда Еремия с красными играли, еще там и трущобы были. Там было вообще весело. Помню, тогда я был совсем больной. Ну не знаю, не знаю. Ну да, уже. Отличный открывающий минус от Хароста. Более стандартно, смотри, играют Рулигенс, уже сразу можно это видеть. Я имею в виду по временным промежуткам. Ну, Инвикс, смотри, посадил Жбан Харуста, да? Разменял, скажем так, задержечкой, если большой.
Ну, разменял. Смотри, смотри, перемещаются активно, очень активно перемещаются команды по карте. Ну, на одном месте, можно так сказать, и те, и другие, но как-то суетятся все. Не, я тебе к тому, более стандартно играет Rule Legends по временным промежуткам прохождения с одной позиции на другую. То есть от респы до ключевой позиции, вот этой под мидл, да, под ворота деревянные, под Б, они... Ну, как все, бегут, добежали, стоим, стреляемся. У Магарей было все совершенно по-другому. То есть халды, 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 добежали, убежали, опять потом прибежали, то есть их там не ждали. Ты как получается, у АБС там в спиночку заходит, да? Авель. Это он, наверное, слышит, я не знаю, видит. Хочу просто с другой камеры. Да, напоминаю, счет первой половины это 7-5 был в пользу Легенд. За дефенс я буду утверждать это до последнего, что играть здесь за него в последнее время легче, но это Легенд. Хаус. Ну смотри, Хаус просто заходит, Хаус очень сильно нравится, да? Он заходит, ставит чан. Он видит человека, ставит чан. Ну смотри, конечно, Сенса у него получилось. Очень низкая стоит, я так вижу. Прям очень долго он поворачивает от точки до точки. За счет этого сейчас его из плента и поймали. Но быть это... может, у него нехватка кофе, спит человек. Да нет, ну видно, когда у тебя сенса 50 какая-нибудь на 800 DPI, да, когда у тебя двоечка. То есть, очень долго поворачивает, это, конечно, по головам хорошо ходить, но когда тебя растягивают на две стороны, не очень. Ну, мне так кажется, не знаю. Ну смотри, опять открывной, можно так сказать. Раунд, да? Человек открывашка. Ну, open фраг делают рулы, да? Чуть не назвал их красными, да? И потом сразу же идет размен. То бишь, ребята нормально играют, то бишь стараются. А Трик вообще не боится у нас ходить по DLA поверху. Просто вот. Не боится. Это Трик псих. Хотя есть человек на. Есть там Хаус, опять-таки. Есть вот сейчас опа, Трик опа. Получит просто за дерзость. Получил, но почти получил. Пошли накидки в Хауса, пошли пробивать, поняли, что он здесь один, походу. Промахнулся, конечно. Чем уж это было плохо. Короче, один трик. А, нет. Трик куда не посмотрит, ему врагов трик. Снимают. Только последний успел заметить, он только прицел жаден. Наводит, его жаден. Уже убивают. Трик сейчас играет в команде жаден. Никто не хочет давать фраги. 2-0-9-5 общее, 4 раунда преимущества у Rule Legends. Все вообще весело не становится, не знаю, как... Как и Магарей выигрывали красных, была эта карта порт. Видимо, наигрывали. Все-таки там, наверное, красным с карты не повезло. Хотя, с какой бы им повезло, тоже непонятно. Против и Магарей. Ты трик сейчас не попал по чану. Дать, мне кажется, на башню. И ждется. Ну тишина, опять то же самое. Опять Rule Legends доходит до своего любимого квадрата и отстойка его. И как всегда варил. Ну, смотри, по сюжету, я не знаю, где сейчас Харрес. Смотри, сейчас должен умереть Харрес. Варил в одно лицо, хотел Харрес сказать, господи. В одно лицо пытается просто напрягать сейчас, команду, смотри, что типа мы падаем. Всегда игрок Магрей, да? Ну, нет. И там умер АБС, Харрес выжил. Вообще-то не угадал. Да, ну я думал, ну, 4 раунда происходит одно и то же. Видишь, и за дефенс происходило то же самое, и тут, думаю, сейчас должно произойти. А 3 раунда подряд Rule Legends показывают Б, а на самом деле Реавольт заходит под А, и потом уже все остальные просто берут и перетягиваются туда. Где у нас дефенс стоит, а вот он один Харрес наверху. Просто сейчас Харрес протупил просто сверху, он даже не стал чекать. Ай, фейл, ну затерзали. 3 Реавольт, 2. Ну и остались два кубика, можно так сказать, ваншотика. Ну и один ваншотик, и там два. В принципе, все решаемо, все играбельно. Выходит, хорош, нашел. Нашел первый Реавольт. Ну и смотри, понимает, где еще один. Ну а что не понимать-то, СБ будет бежать, у него два пути. Может и затащить сейчас Реавольт этот раунд, конечно, по морали серьезно. Не знаю, если Эвер вообще быстренько подойдет. По звуку! Я тоже, честно говоря, понял, что за левой стенкой. Он в метро был. Ну, хп одинаково. Успел поставить. 24 хп у одного.
13 у другого. Первая пуля. Кому? Опа. Варя не стал сразу на прострел. Ну и близко подпускать тоже опасно. Может из-за угла выходить и убивать Варю. Чуть подлиннее ему нужна дистанция. Тем более Аимер такой вдаль. Ай, ай, первая пуля не попадает. Текать, Варя. Невера понял. Дали ему инфу по ХП и ваншот в голову. Золотой ты мой человек. Замечательно, замечательно сыграл Эвера, но... Всегда, кстати, бывают такие вот замечательные ситуации, да, и там стреляешь, попасть не можешь, у человека 2 хп, и ты ему ставишь спокойных с одной пули хедшот. Удивительная особенность кроссфайера. Дымовая. Ничего не удивительно. Удивительно. Ничего не удивительно. Так. Пошли под метро. Ну, понятно, все, Реавольт ныряет в метро у нас, он уже освоился на этой карте и в этой команде именно под этой позицией. Как бы ничего не миксует. Последние уже 4 раунда одинаково абсолютно отыгрывает. Никак не поймет у нас Макгрей, что их обманывают. Обманывают серьезно. Постоянно укрепляется точка Б в 3 тела, в 4 организма. Постоянно на нее никто не заходит. А бежать туда очень далеко и по открытой. Давай. По степи. Так. Смотри, Варя, партизан, слоу проходит на точку, уже довольно далеко вышел, ну и подхватил за это. Хаос просто в хаосе выбежал, зажал, никого не нашел. Ну и уже 2 человека упали. У рулов, так что смотрим. Нейст вообще хорош. Был. Был. Почему был? Еще и есть. В смысле, сделал килл и сделал свое дело. Они таким треугольничком, да, встали. Сейчас ждут. Смотри, хороший минус от Хареста, от АБС. Уже, смотри, ситуация переворачивается просто в корне. Ну, еще ничего не переворачивается. Сейчас все будет зависеть от того, какую точку выберут. 2,1 в муку, скажем так, но все равно их трое. Их трое. Значит, двоих. Вообще, настолько доверенно он начинает играть Рулигент, но зачекает сейчас Нейст. Ай, с бомбой проходит один, коцанный в точку Б, не понимает, что под ним есть вода. Вдвоем проходят и не чекают. Вот только теперь Авель открывается. Ну, хорошо, минус он, я да. Думаю, может быть, в этом и была задумка. Я, по крайней мере, на это надеюсь, что это был не простой тупняк. Что, не чекнули его или что, чекнули? Да, ну не знаю, может быть, на это и была задумка этим пройти, и третий пойдет чекать. Но может быть, это просто был банальный русский тупняк. По-моему, просто его не зачекал. Может быть. Ну, не мог бы он, кстати, отыграть. АБСа. Перевернули раунд. 3-1, 3-1, 10, что там, 6 у нас получается. И по факту это перевернули новички. Дымовая. Новички. Ну, чувствуется. Все равно здесь чувствуется рука Трика, которая, когда умирает, ему уже все равно легче координировать. Он все разрулил на этой карте, сказал, что никуда заходить не надо, стоять, ждать. Выйдут сами. И когда время уже поджимало, холдами, не торопясь, зашли на точечку. Почему-то мне тоже кажется, что это сказал Трик, подошел и сказал, идите убивайте. Да. И... Беги убивай, что ты да. Не можешь, что ли? Руки, что ли, кривые? Это так, из серии юмор. Для тех, кто знает. Ну, очень медленная карта, на самом деле, играется. И... Да, очень медленно, очень скучно. Ну, тут атака играет на результат. Что ту половину играли Магарей, ну да, у них не получилось. Но поначалу-то получалось, все было хорошо. Да, у них не получилось, ты сказал? Ну да. Не послушайте кое-что другое. Не получилось. Ну как? Нормально была атака в начале, потом да. Все рассыпалось. Разобрали эту атаку. Теперь то же самое, в принципе, происходит и с Рулиген, за исключением, что как-то атаку странно, их не разобрали. Они очень странно рул делают. Они вроде и слоу, да, бегают. И также и топают везде, и прыгают, и скачут, а потом опять слоу. Зачем? Ну они перетягивают, с точки Б, допустим, сейчас сорвали. Странные перетяжки. Никого здесь абсолютно нет. Воу, замечательные 2 килла просто от Эвера, да? У Харрес здесь Харрес должен двоих собирать, снимать. Давит, тиммейт приходит за коробкой, ну как, не могут забрать его! Ну, боже, вот это... Это просто, ну,
не знаю, из серии «давай, сейчас еще хаос, забери двоих в спину и просто буль-буль карасики». Давай мы, короче, сейчас вот эту обойму, потом следующую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно! Харрис Лас за коробками все это дело прострелится, если сейчас хаос начнет его бомбить, то он его пробомбит через эти коробки. Да! Просто, ну... 3-2. Это был очередной толпняк от наших пацанов. От моих, скажем так, пацанов. Так что... Ну... Я почему-то привык, то, что я с тобой комментирую против китайцев, да, и поэтому световая. Комментирую так. Так что... Ну, в следующий раз, когда тебя буду звать, я позову специально на турнир команду китайцев. Слава богу, у нас в России есть такие, чтобы, просто чтобы хотя бы планы. Да. Тут, кстати, из последних новостей, знаешь, что... Как же их, господи, модерн. Те, которые наших красных выигрывали и были как топ-6, типа, тире топ-8, да, Китая, они турнир взяли, ага. Затащили. Последний китайский. Ну, смотри, у них же был прогресс, тогда, когда мы КФ смотрели, они же резко топ-2 стали, правильно? Ну, резко, как бы, да, теперь вообще топ-1. Ну, не на супер большом турнире, но на своей китайской арене теперь. Ну, вот поверили, так. Поверили в себя. Такие дела, так что у нас тоже перевороты, у них перевороты. Все как-то меняется. Я слышал просто, когда вот Лан был, Еремия против красных. Я тоже слышал, то, что Еремия очень сильно нервничала, там играть боялась. Многие люди, да, но почему-то сели играть, все начало получаться. И... Даже наушники одели и перестали слышать все окружающее, что происходит, и забыли, и стали стрелять. У нас 2-2, точка Б, поставили рулы бомбу, 30 секунд у них на все про все, уже секунд 25, даже меньше. Каленый сильно АБС, нормальной позиции стоит, если спину Нейс не пропустит, то будет все хорошо. Нейс даже и под домом не пропускает, но двоих раскладывает с АБС на точку. 4-2. Нейс справился за предыдущий раунд, конечно, стал он печально. Короче, раунд до маппоинта и два раунда до взятия первой карты Рули Легендс, очень ровно они идут. Команда такая, может быть, она и некрасиво играет, но на результат. Вытягивают на думке Трика, на стрельбе Реавольта. Очень даже неплохо. Пока карта нам не очень нравится, она скучная. Ну, она всегда скучная, ее кто бы не играл. Я говорю, последний раз веселая эта карта была, когда первая лига еще игралась. Еще стартреки были с Шудомом, по-моему, в составе. Единственный момент, когда карта была веселая. Шудом это имелось в виду, когда на три, в полетах на 3-6 лоша зажимов в прыжке минус 3, человек может делать, да. Вот это ним, было замечательно. Да. Как бы для него тут преград никаких не было, он просто, знаешь, как прыгуны в длину разбегаются, потом отрываются от земли и прыгают. Вот Шудом разбегался в начале раунда и потом было не остановить. Просто... Ну а смотри, отлично, сейчас раскрутили Реавольт с Нейстом хаоса, да, и уходит по фастику на... А поплыли, точку, поплыли, да? Магарей. А им идет в спину Инвикс. Ну его уже пробил Варя, то что он где-то тут, подонок. Хорошо, так флешка легла рядом с ухом. Ой-ой-ой! Ой, по щам ставит Варя просто отцовский хоккей. А я думаю, Нейс не вытащит Лили... этот раунд. Сейчас посмотрим. Флешечка. А да Нейс, смотри-ка, быстро, думает. Да, а Нейс-то думает, а Нейс-то идет в спину Инвиксу, а Инвикс не знает, что у него в спине есть человек, а если будут халды. Ай-ой-ай-ой. Нет, все-таки возвращается. Ящики. Не понимает Инвикс, где? Где? Где ты? А-а-а, Нейс, красавчик, раскрутил ситуацию. Нейс сделал просто как very strong. Man. Ну вот, вот как бы вот это опыт, да, вот многие что бы сейчас делали в ситуации Нейст? Слышали топот, вышли, начали бы стрелять. Здесь Нейст начал обходить, просто красавчик. Затянул время, во-первых. Во-вторых, накрутил себе на палец мозги Инвикса, несколько оборотов. И за это накрученные мозги дернул просто-напросто. Я бы даже сказал, что это не опыт, а это даже больше ум. Ну, тут довольно. Стресс-контроль, ум, так и опыт приходит. Ну, как ты без стресс-контроля? Ну, как бы, такая составляющая, да, если у тебя нет опыта, у тебя и стресс-контроля не будет. Как бы, ну, сразу начинаешь просто бомбить по телам, которые... Стресс-контроль, это как... Ну, минус-контроль, я понял. Стресс-контроль. Первый раз запомни эту фразу.
Не, ну а как бывает, знаешь, тебя люди не видят, а ты их видишь, пятерых. Что начинаешь делать? Бомбить. Вот, под конец, да, последние раунды начинаются так, то что... И заканчивается. Все, вот, карта за Рули Легендс первая. Ну, я думаю, они будут доигрывать до конца, да, в любом случае. Пускай доиграют, пожалуйста. Замечательно, просто вот последние три раунда заканчиваются 2 в 2. Каждый раз. Нет, не стали доигрывать. Ну, не тут тянут. Не имеет значения, раунда 1-0. Как-то так. Так, спрашивают, кто такой Бэс. Да, вроде как это Нуф-Нуф. Его трик сегодня Женей назвал. Так обмолвился. Женей? Да. Евгений, можно, он просто имел в виду то, что это Евгений. Ну просто как есть Валера, да? Да, а это Евгений. Есть Геннадий, а есть Толик, а это Евгений. Просто я думаю, незачем гадать, это АБС и все. Так-то да. Так, ну ждем вторую карту, кстати, вот ее я не знаю, знаешь, что третья орлиный глаз у нас стоит, какая вторая? Замечательный русский вареный язык, не привык я к вам. Сложненько с вами. Ну, почему не представляют карту, что за дела? А, АБС у нас ушел, как раз таки ваны. Сейчас спросим. Анкара, ой, господи, вот это пул. Буря в пустыне, Анкара и Орлиный глаз. Это жесть. Ну, хочется, ну, тем более еще, что однотипные карты Анкара и Орлиный глаз. Ну, хотя Орлиный глаз-то повеселее. В том плане, что поменьше. Хотя играют ее некоторые и не очень-то весело. Да, тут пишут сейчас, что Реавольт в последнем раунде сделал минус 5, никто не заметил этого. Ну, да. Как бы там такие минус 5 были, ребята на респе стали, Реавольт просто по ним прошелся. Тут мне пишут инфосотка, то что это Нуф-Нуф, написано. Я знаю, кто это, но я все равно не скажу, кто это, потому что человек не хочет. Захочет, скажет сам. Про кого-то. А там инсайд инфа, тапочек это, Нуф-Нуф, там ветер или еще кто-то там, может быть любая. Вообще он морил изначально, его спрашивали в ЛС в игре, ты кто? Он написал, меня Рулигенс нашли на паблике в CSGO. Вот так вот. Ну, значит, просто надо думать логически, как, что происходило, и все до всего догадаются. Почему-то же все сразу угадали, кто такой Воллер. Ну, в смысле, как угадали? Он на других локализациях, он так подписан, по-моему, в Ютубе там был или где-то еще. О боже, ребят, не надо мне спамить личку тем, что это Нуф-Нуф. Если я скажу, что это не Нуф-Нуф. А это все, решили, прав? Этот вопрос, это он. Да. Все, все, все. Нечего тут разводить. Блин, может быть, это не ФНАФ. Их еще поросят, вы знаете. Так, ну сегодня, кстати, карту Анкару мы смотрели от рулов. Была это у них стадия 1-8, и с азербайджанцами играли они со Сгеймер. Тяжеловато поначалу было. Все, поехали ее смотреть. Напоминаю, что смотрим мы Summer Open Cup 2013 при спонсорской поддержке компании Razer, на призы этой самой компании Razer. Полуфинал у нас, полуфинал под номером 1, Рулигенс и, дай бог памяти, и Мага Рэй. Первая карта отошла к рулам, смотрим вторую, это у нас Анкара. Ну, я не знаю, честно говоря, чего ждать. Были такие, конечно, веселые моменты. Почему у меня ничего не работает? Вот. А ты шипишь, тебя не слышно. По-прежнему не слышно. Не меняются своими сторонами, рулы как были за атаку, точнее, как заканчивали первую карту за атаку, так они начинают вторую. Ну и такой легкий обмен в чате был любезностями, Варя там высказался, понял он, точнее, написал, я понял, почему выиграли красных, типа холдеры.
за атаку играть такой дикий холд. Никогда этого красные не любили, и сколько у них было стримов от первого лица, да, когда они на турнирах играли. Тоже Анкара какая-то была, помнится, 14-9, и какая-то команда против них, там прям брызги слюны были от красных, что типа нельзя так играть атаку. Ну, тем не менее. Кстати, не такая уж и быстрая атака и у самих рулов. Ну, примерно точно так же они играли Анкару у нас с утра сегодня в 11 по Москве. Когда время минуты, когда время начинает поджимать, начинают они проходить позиции. Будет у нас Эвера первый на встрече. Я думаю, что должен дать-то минус 3. Под Эвера пошел поход в коробке, уже в спине у него скоро окажется, обманывают. Нет, все-таки убивают его, Филани в спине с ребер и Инвикс Лас Респы. Причем пятерых, просто в пятерых. Сухой раунд. Нет, не дает сделать сухой раунд. Инвикс первого кладет, видел в ребрах, выходит он, по голове сразу не попадает. Минус Инвикс от АБС, 1-0 в пользу Рулигенс. Возможно, возможно. Рул-то и выиграет у нас, и эту карту будет счет 2-0. Михаил, вас не слышно. Даже не пытайтесь. Хорош, Авель, Реавольта встретил, так кто-то оглянулся посмотреть на рукав, оттуда прилетел, на коробке стоял, уже минус 2 у рулов в дебюте этого раунда, да, и все, меня покинули, я один. Световая. Ну, будем один. Технические проблемы. Второй раунд, Нейс остается абсолютно точно такой же ситуации, как оставался Инвикс. Золотого ставит, также будет не сухой раунд, в четверых остается. Слышит повсюду топот. Вообще просто стрессовый зажимчик от него, и раунд зеркальный. 4 в 0, 4 в 0, 1-1 по счету. Абсолютно точно так же отыграли, как и рулы в первом сейчас. Мага Рэй. Интересно, как там дела у Еремии со слипами. Да, ну такие карты, конечно, чудные почеркали на полуфинал. Дай бог, что ли, чтобы в финале такого не было. Хотя там, если Еремия будет, ей, наверное, все равно будет играть. Но чуть мое сердце, что им не так просто в том самом полуфинале будет против слипов играть, в котором они играют. Не так, как это было против Carnage. Carnage, по мне, так проиграли еще игру до ее начала. Типа общаемся с Еремией, типа играем, типа знаем, типа о, кумиры, боги. Ну, не было там особой борьбы. Показали не все, на что способны Корнели. Могли бы, наверное, лучше поиграть. Ну, хотя и Еремия играла не в полную силу. Тут жгут у нас чат, пишут, что АБС это хилка. Ну, бог его знает. Как бы как ни писал Бриавольт, что холдовая атака у Магарей точно такая же абсолютно пока что атака преобладает и превалирует у команды Рулигенс. Мы заложили бомбу в точку Б. Не знаю, результативный, но такой зевотный полуфинальчик получается. Понятно, что... Да хотя нет, непонятно. Я думаю, что против любой бы команды сейчас так Рулигенс играли. Они чисто играют на результат, им нужно оказаться в финале. Там уже как попрет, там уже будет, я думаю, вот там будет шоу, там будут раскрываться, там будут минус 3, минус 4. Здесь нужен результат, нужно пройти, наверное, по их думкам, не столь сильную команду. Вот, собственно, и все. Как это будет сделано уже... Как это будет другой вопрос. Дымовая. Давайте летать, коли такие у нас холдовые раунды в атаке получаются. Посмотрим так сверху. Отколочная.
Пошел дымочек, на. Я так понимаю, что заходить не будут, пока кто-нибудь не выйдет, пока кто-нибудь минус не даст. Пошла арка, надо оглядываться налево, в дымы продавливают, лужи крови на стенке. Ну отлично вообще, просто Нейс суперски зашел. И точку А забрали. Так, видать у нас, видать, кто там откуда идет. Бомбы не ставят, в принципе... Есть такая тактика, есть такой стиль. В принципе, а что? Остался всего лишь один человек, будет поставлена бомба, не будет поставлена бомба, никакого значения не имеет. Мы заложили бомбу в точку А. Мне что, одной за всех отдуваться? Стандартный раунд. Это такие рабочие моменты. Отыгрывает Рулегенс. Первые секунд 30-40 ждут аркады, затем начинают работать свою позицию. Если ее отрабатывают, то идут туда, либо сразу же перетягиваются на другую. Абсолютно противоположную, да, ну. Каких-то неожиданных моментов от них нет. Ну, а Магрей, что можно по ним сказать? Наверное, они уже в затупе, в легком. Поджимов нет. Никаких неожиданностей не делают, играют абсолютно вторым номером. Дымовая. Это на руку Реовольту и его компании. Ну вот, пустая точка Б. То, что и требовалось доказать. Там прокинули дымы на центр, прокинули на А, показали, и ребята уже... Стримглав будут нести в поджиме АБС. Айдек хорошо. Айдек хорошо, откуда непонятно только. В спину зашел. Да, ну развалит. 4-1. Не соперник это, походу, Рулигенс. Как бы двое оттуда ушли, Реовольт и Трик. И как-то они посильнее пока что смотрятся, чем компания Гнус плюс Базя плюс 3. Хотя непонятно почему, на самом деле. Там стрельба тоже, ребят, неплохая. Никогда, как бы, Харрес не попадал в состав красных. Всегда был стопроцентной заменой. То есть, ну, даже, мне кажется, никогда и не рассматривали в основу. Только когда совсем поджали обстоятельства. Ну, вот человек неплохо отыгрывает в таком составе. Не стали никого искать. Просто взяли и забрали Харреса. Не нужен вам, пригодился нам. Еще раз повторюсь, конечно, грусть, печаль, тоска, что не красный в этом полуфинале, именно его я ждал почему-то. Не потому, что была бы, может быть, интересная борьба, а потому что принципиальная была бы борьба. Люди, которые вместе играли и разошлись не так давно, выдавали бы, я вам отвечаю, чудеса просто друг против друга. Против своей бывшей команды, против своих бывших тиммейтов. А тут заколдовали, не знаю, какими флюидами, феромонами обладает команда Рулигенс, но... После первой карты и Магарей из себя представляют 5 паблеров просто. Ни о чем. Куда-то стрельба делась, куда-то делись думки. Ничего сделать абсолютно не могут. 5-1. Но это разгром. В полуфинале и разгром. Мне что одно, изо всех отдуваться? Дымовая. 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 Осколочная. Надо просыпаться, походу, уже давно и Магрею, надо поджимать, надо как-то напрягать. Ну, так не отыгрывается полуфинал, ну, это просто жесть. Руки устали, ноги устали, ну что, сидеть вот, чего ждать. Ну, пожалуйста, БС чекает. Хоть и с разменом, но могли бы вдвоем уработать его сразу. Третьей карты не будет, да, если у нас сейчас так все дела пойдут, и 7-1 будет счет первой половины, то о какой можно третьей карте говорить? Таких камбэков давненько идет, да, то что давненько. Вообще, наверное, не видел. Ну, Магрей все плохо, начинают они плыть. Ну, Викс последний, в троих, на точке Б бомба поставлена, минус Викс 6-1. Ай, жесть.
быть, там у Еремии дела повеселее. Давай, не знаю. Дымовая. Порядина не выкруплен. Дымовая. Осколочная, осколочная. Дымовая. Дымовая. Ну тут уже все сватают Рулигенс финал. Ну, я говорю, если сейчас они раунд забирают, то в принципе отлично. Нейст, кстати, вот человек, который набирает по ходу. В этой именно команде. Свои минус 2 в раунде. Ну, через раунд 2 он постоянно дает. Все сватают рулов уже в финал. Ну да, по такой игре, да. Не финалист Магарей, хоть они и добрались аж до полуфинала, только лишь матч за третье место, ребята. С такой-то игрой. Мораль потушили. Да, 7-1 первая половина, два раунда до победы рулом. Очень простая получается у них Анкара. Походу у нас Анга больше и не будет, куда-то он пропал. Все, вошли на вторую половину, я думаю, что не будет она сильно продолжительной. Печально, вот печальный полуфинал. Хотя бог с ней, с борьбой. Надеюсь, что будет она в полуфинале. Делаем их. Решили просто на Б фастом побежать. Магарей, им особо терять нечего. Если будут легко набирать сумасшедший раунд за раундом, ну пускай оно будет лучше так, да, чем холдовые какие-то вымучивания себя, выпукивание скилла какое-то непонятное, загрязнение своего имиджа, не знаю. В общем, будь что будет. Пока вдвоем втроих первый раунд, возможно, уже даже матч-поинт у нас сейчас будет. Ну, 2 в 2, нормально, на точку заходит ЭБС там наверху. Я думаю, разложит ЭБС и одного, и второго. Ну, должен, по идее, Пачуки разворачиваться на ту лестницу. Его тиммейта даже там выносит. Можно просто слушать, где человек под ним ходит, он это и делает. Флани сильно каленый, боится и опасается. Дали ему инфу, естественно, камера еще 3 секунды после смерти своего тиммейта у Магарей все видела, что АБС не шевелился и стоял на своем месте. Но БС может подумать, что ушел тот на точку Б. В принципе, так и происходит. Просто уходит сам. Лани красавчик, дождался. Да, да, уходит, просто разводит ИБС. Ну вот до чего ж нетерпеливый. Ну сильно долго отстоял, ну можно уже зайти посмотреть. Ну чего ты еще ждешь-то? Да что ждать-то, пока бабушка родит внуков? Ну заходи на точку. Ну все, да, все прочекал. Ну ставь, ну вымучивай из себя этот раунд. Ну сейчас уже АБС возвращается по решеткам. Ну будешь ты пикать бомбу. Встреча старых друзей. А-а-а! Не прочекал. Подумал, там ЭБС-а нет. И тому не составляет абсолютно никакого труда. Фейлового, фейлового филанина. Ну, можно еще даже порезать его. Нет, решил просто сверху встать. Показываем, где раки зимуют. Дымовая. Это... Просто судьба повернулась к команде Магарей задом, даже в такой ситуации.
Ну а это матчпоинт. У нас матчпоинт первого полуфинала. Напомню, Summer Open Cup 2013, спонсорская поддержка от компании Razer. Полуфинал 1-0 по картам в пользу Ru Legends. Ну и вторая карта на матчпоинте уже у них. И два человека. Опять-таки Филани, который... Паровозик, который не смог в прошлом раунде. Хотя очень был близок к этому. Воюет Хаос, не опуская рук. Бомбу высекли под А, и здесь же он и обитает, и пытается как-то завоевать себе рабочее и жизненное пространство, убивая пирамиду. И там человека видит второго, но его урабатывают. Двоих Филани, попытка номер два на матчпоинте, ну потащит, нет. Нет, не потащил. Команда Ru Legends оказывается у нас в финале в составе Хароста, БС, Трик, Реовольт и Нейст. Ребята прошли нелегкий путь и теперь будут ожидать, кто же им достанется